Россия наша стала большой бензоколонкой. Идет экспорт нефти и газа в зарубежные страны. Кто-то на это набивает карманы, открывая в Швейцарии многомиллиардные счета. Их дети считаются золотой молодежью. Им все позволено. А что остается нам, простым людям? Видимо, пришло такое время, чтобы решить насущные жизненные вопросы. Нам надо собираться вместе, митинговать, писать резолюции. Но не мы этого хотим. Нас до этого довели бездействие властей, наглое, нахрапистое поведение нефтяных компаний. Мы на своей земле не стали хозяевами. Нами помыкают, нас обманывают, нас тихонько уничтожают. Коми человеку, как и остальным северным народам, чуждо агрессивное поведение. Мы стараемся уходить от конфликтов. Для нас худой мир лучше хорошей войны. Так почему же мы стали бороться с властью, с Лукойлом? Ответ очевиден. Мы просто хотим жить на своей земле. А тут горела почти месяц нефтегазовая смесь, и нас убеждают, что ничего страшного, все в норме. Кто не будет из присутствующих верить в этот бред? Лично я нет. 12 мая в Усинск приезжали местные ученые из Москвы. Потом я читаю заголовки в интернет-изданиях. Вот, например, Александр Соловьянинов. Источник сероводорода может быть не только скважина. Да что вы говорите, это, видимо, наши враги наелись горохом и устроили нам газовую атаку. Приводит термин «тухлая вода». Какая вода, мил человек? У нас в мае до сих пор снег не растаял. Но это же ученый, можно авторитетом задавить. Но только не нас, местных жителей, которые почувствовали все прелести сероводорода. Кто-то скажет, опять собрались, опять митингуют. Толку-то что? А толк от наших выступлений есть. Приведу пример жителей поселка Шеляюра, что в Вижемском районе. Они сломали сложившуюся систему отношений Лукойл, власть, народ. Жители Вижемского района добились остановки строительства нефтяного шламонакопителя на своей земле. И нам нужно брать с них пример. Смотрите, их тоже запугивали, угрожали, пытались подкупить. Они выстояли. Почему? Да потому что они поняли, осознали, что свои проблемы нужно решать сообща, вместе.